туда, да? Начало движения включается поворотнее всегда. Где бы ты ни находилась, хоть в лесу. С автодрома будешь ехать тоже, хоть и прямо, включаешь поворотник. Везде до Самбири едешь, включаешь поворотники. Налево посмотри. Крути руль-то. Да. Сейчас в стол поедем. Туда едем. В попутном направлении едем направо. Выезжаем. Вон там канава. Смотри, ни в канаву не въедь. Вон она. Еще обусловывайся. Руль прямо поставь. Прямо поставь руль и стой. Поворотник включи. Все, смотри, чтобы машин не было, и поедем. Сейчас белая проезжает и пошли. Поехали. Крути руль. Газу. Газу. Выравнивай. Выбирай место для разворота. Левый поворотник. Включаю поворотник. Здесь хоть и выезд есть, но здесь нельзя разворачиваться. Почему? Остановка слева. Вот грузовику можно выехать, вот он и выезжает. А развернуться нам здесь нельзя. Слева остановка. Поэтому убираем следующий возможный поворот. По двойной сплошной линии смотри, где прерывистая есть. Включай левый поворотник. Скидывай скорость. Дай понять, что ты притормаживаешь, а не резко потом раз и остановиться. Еще вперед протяни. Поехали. Давай. Выравнивай колеса. Поехали. Газу, 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 газу.